никого не трогали. Мы не бегали ни по каким майданам. И что получили? За что? Мы террористы? Террористы! Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку. Здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пропой. В городе мне жители на выселках. Камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет. Он пойдет сидеть за отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит и говорит: бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало того, старше всех и победи. Уничтожать нас, народ! Мы, донбассовцы, шахтеры, заводчане, страдаем! Посмотрите на эти разрухи! За что убили моего ребенка? За что? Он никому слова плохого не сказал! Он никогда никого не обидел! За что? Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Золотая! Thank you.